Друзья, сегодня мы ковыряемся в мире SQ. Сегодня с поступления двухкомпонентной акустики от немцев. Популярная, значит, фирма Grand Zero. Модель называется GZIK-605FX. Это одна из самых высоких моделей из серии Iridium, друзья. Данная модель выглядит динамиков вот таким вот образом. Сразу отметим большие плюсы данной компонентной акустики. Это прежде всего мидбас. Он идет 16-сантиметровый, друзья, и малый по глубине. Залезет абсолютно любые двери автомобиля. Будь это вот редкий размер, скажем, глубины Opel, либо же Subaru, куда не влазит, обычные динамики упираются в стекла. В общем, это большой плюс данным динамикам. Кстати, у них идет полноценный ферритовый магнит. Не один, а полноценный ферритовый. И по весу они довольно увесистые. Далее, друзья, что хотелось бы отметить. Это суперкомпактный твиттер. Твиттер спокойно залезет вместо штатных пищалок в уголки. А если... скажем, нет уголков, не пищалок, можно поставить, которые идут в комплекте специализированные стаканы и сделать внешнюю установку данных твиттеров. Твиттеры полностью, кстати, друзья, шелковые. Также, друзья, у данной модели динамиков наличие двух кроссоверов. Один кроссовер идет на мидбас, он и подписан, друзья, вуфер. И один кроссовер идет, соответственно, на твиттер. Он и подписан, твиттер, друзья. Редко в какой акустике встречаются два кроссовера, который что пошел и на твиттер, и на сам мидбас. Друзья, что отметить также хотелось бы по этой акустике. Это фирменные грили Grand Zero, очень аккуратно выполнены и стильные. Красиво встанут, если у вас будет внешняя установка динамиков на двери. Также, друзья, по техническим характеристикам, номинал данных динамиков составляет 100 ватт, друзья, и что является одними из самых мощных компонентных SQ акустик. Чувствительность 90 дБ, друзья. Желательное использование усилителя. Цена данной компонентной акустики составляет 8000 рублей за пару. В следующем видео обязательно будет прослушка сие чудо.